Иванову грозит снегопад. Такой прогноз делают синоптики на ближайшие пару дней. На оперативном совещании в первый рабочий понедельник Нового года губернатор поручил руководителям коммунальных и дорожных служб привести технику в боевую готовность. Сбоев и срывов быть не должно. В минувшие выходные с последствиями сильного снегопада едва справились 25 комбинированных дорожных машин. Вывезли больше 300 кубометров снега. Натиска стихии не выдержали несколько единиц техники. Все в настоящий момент в ремонте. Ежедневно на круглосуточной страже дорожной чистоты 28 машин, тротуарная техника и бригады так называемых ручников, которые расчищают пешеходные дорожки. Дороги, прежде чем расчистить, надо их обработать, чтобы снег не слежался, не пошел накат, так называемый. Вот. Вначале производили посыпку городских улиц, затем частично в течение дня осуществлялось сгребание снега. Вот, а ночью прометали улицы. Вот, также сегодня в ночь было полное прометание города. Результат стал лучше.